Добрый день, канал Армрестлинг My Life. Последний день чемпионата Европы по армрестлингу 2018 год. С вами ваш любимый комментатор, особенности Маразевича Максима. Не забываем писать мне комментарии, очень люблю их читать, отвечать обязательно, дискутировать. Так что пишите, будем общаться. Так, смотрим, короче, канал 55 категория среди мужчин. Вот этот справа турок очень силен, он вчера вроде бы был в другой майке, если не ошибаюсь. Не-не-не, ошибаюсь все-таки. Посмотрим, что сегодня будет. Оба! Отлично, вот сегодня, кстати, испробовал вот эту технику, как именно боролся турок. Реально клевая техника. С таким подседом. И запястье на себя. Вообще хорош. Вот его пальцы слабые. Вот как бы вот эта техника вообще подходит. Повторный поединок. Оба! Вот так-то кисточка вылетела неожиданно просто. Ну, просто друг друга уже узнали и понял, пробил как есть. Я думаю, дело в этом. Так, категория 60 килограмм. Да, россияне просто жестко высунулся, просто жестко всем телом потянулся. Вот это, не кипиша, ничего, вот так надо побеждать, пацаны. Так, антиварис 75. Не удивляет Самуши. Да он даже не радуется, смотрите. Он-то радуется, но он знает, что он постоянно первый. Но он очень крепкий пацан. Ну так, не такая сильная, знаете, как кто первый побеждает. Смотрим повтор. В бочину просто, в бочину жестко. Просто знал, что это верховичок. Ну, уже ж давно борются, знают друг друга, выучили, понятно. Так, смотрим, Красовский, Латвия против Акперова. Фол. Акперов, не понял. За что фол? Офигеть. Ну, судья, конечно, не церемонится. Просто не церемонится, вот интересно. Какие слова он посылает в адрес? 100% ругательские. Давай посмотрим. Оп, я выиграл. А он просто удивлен. Реально, вот человек не понимает, за что. Довольно опытный такой спортсмен. Когда-то был топовый, сейчас, конечно, уступает многим, но все равно в тройке, видите, в тройке. Финал прошел. Красовский, конечно, набрал. Очень сильно набрал. Когда-то мой Артем его побеждал в квалификационных поединках. Кстати, сейчас ожидайте возвращения Смирнова Артема, который когда-то детей затянул. Ну, такой парень, он очень стеснительный, не любит пиара. Ну, на моем канале будет, короче, история его. Ну, хочу вас познакомить с ним, если вам интересно будет, то напишите в комментарии. Вот. Очень одаренный. Вот, смотрите, да? Он дернулся. Что это такое происходит? Ну хорошо, хорошо. Если бы Акперов не сказал, не было бы фола никакого. Во-первых, маленькие ручки, пальчики маленькие. Им очень тяжело бороться с такими. Оп, кисточка пошла. Все, проигрыш. Хотел дать побороться, походу, да? Ну, нормально. Красавчик, красавец, Красовский. Просто надо писать, что он красавчик. Так, Залоев борется с ботаном каким-то. Но этот ботан, он всем ботаном ботан. Очень крепкий, я его помню, он маленький был. У него такие длинные руки, он еще худощавее был. Сейчас уже мышцы нарастил. Да, он там, смотрите, рост его просто огромный. Это, блин, будущий Ларетин.
Очень крепкие. Так, смотрим. Я болею за Таутиева. О, проигрыш. Ага, ничего, но фол какой-то. Какой-то незаметный фол, если честно. Вы посмотрите, какая высота руки. Куда он вообще локоть приходится ему ставить, чтобы как-то побороться. Если бы он поставил на край, то он бы не дотянулся просто бы. Так. Этому фол. Так, смотрим. Опять фол дают. Что? Заводит просто в ахуе. Просто удивлен. Девочка, ты забыла, кто я? Ты не видишь, у тебя плохое зрение? Табличку тебе показать? Это Зо-ло-ев. Так, ну там был такой фол маленький, ну совсем, блин, да, Залоев идет, матюгает, смотрите, видели, заметили губы, о, как напряжен шел. Ну, это уже не первый раз, он это не терпит. Короче, поменяли судей, чтобы он нечаянно не писанул, если опять фол дадут, потому что тут на взводе по-любому скулы, смотрите, даже взгляд не поднимает, это понятно почему. Злой, как черт, уверен, но это только дает сил. Очень интересно. Ух, нифига себе, малыш показал, да? Смотрим Залоева, не могу не показать Залоева, он сейчас просто... Так, так, ну что, а у Залоева сверху пальчики, нормально, нормально. О, посмотрите, мимика лица как передавала. Я... Здесь король. Залой вообще красавчик. Он не пропускает ни чемпионаты Европы, ни мира. Вроде бы никогда не пропускал. Я вот, его уже 10-е было юбилейное, когда ему тогда не дали медаль. Ну, когда там проблемы были, что не доехали медаль. Он просто пошел, нарисовал себе 10-ку на кругляшке с бумаги и повесил себе 10-е юбилейное. Ну, конечно, обидно. Ну, молодец, да? Это красавец. Блин, если Малой выиграет, будет интересно. Ну, интересно, что тут меняется, все новые и новые спортсмены появляются. Ну, старые, то, что остаются, это тоже круто. Вот так, нафиг, красавец! Такая кратковременная злоба, а потом круто, спасибо. Вот так, вот так. Вот это красота. Не устаю повторять. Так, напомню, что Сашон Андреев проиграл Максиму Черскому. У Черского очень хорошая форма. Просто в касании проиграл. Просто чуть-чуть не задержал. Вот. Сейчас посмотрим, что будет у нас. Не, все. Саша более серьезно отнесся, конечно. Но хотелось, конечно, чтобы Черский победил. Черский вообще красавчик. Мы его вспомнили. Все вспомнили Черского. Кто такой Черский? Ну, конечно, напоминается, если это не финал. Потому что к финалу были все более готовые, психологически настроены. Ох, Сашо, смотрите лицо. Сашо такой череп огромный стал. Так, повторное. Все, не, никуда совершенно. Это новый мутант. Мазуренко, это новый мутант. Вот кого надо продвигать. Да, без программы, конечно, но его своя программа. Он сам себе профессор. Ну, это так. Ну вот, есть различия, как он сейчас поет и как он до этого шел. Тогда были верхом, а ну, тут, конечно, не. Хотел сказать, какая причина. Но нету причины. Просто здоровее на голову. Категория 100 килограмм. Все. Петро
Украинец этот. Силен, силен парень, просто силен. Никаких таких эмоций нету. Так, 110 килограмм, Валетин. Петро. Ух, красава, Петро, смотрите. Ах, жалко, фол получил. Угу. Повторчик, все то же самое. Что, второй фол? Обидно, да, но все равно посмотрим. Так, смотрим. Поединок на повторе, потому что подвела трансляция. Вот вам и победа. Жестко. И утянул. Вот так. На этом, короче, заканчивается. Ставьте лайки, комментируйте обязательно, потому что мне хочется с вами пообщаться. Мне очень радует. Негатив мне еще больше, я радуюсь от этого. Потом загружу, как мне, какие мне комментарии пишут. Там вообще просто прикольно. Все, всех люблю. Всех фанатов армрестлинга, любителей моих видео, комментариев. До новых встреч. Скоро будут новые видео. Давайте, пока.